Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и вчерашний стримчик затянулся. Начали мы в 8 часов вечера, а закончили в 4 часа утра. Ребята все никак не могли успокоиться, продлевали стрим, но мы очень круто посидели, и как вы видите, я умудрился за неполный один день пройти полностью весь ивент, Дюна часть 2, закрыть все 60 уровней и дойти до бесконечных контейнеров, которые будем фармить сегодня вечером на прямой трансляции, где будем разыгрывать хранилище спайса среди тех ребят, которые придут на прямую трансляцию. Так что, друзья мои, не пропускаем прямые трансляции, приходим сегодня вечерком, ну и обязательно участвуем в розыгрыше. Вчера, кстати, двое победителей забрали хранилище спайса, и многие ребята забрали себе легендарный внешний вид на Мауса. Танк стоит в ангаре на своем законном месте, но мало того, что хотел похвастаться фактом того, что само игровое событие я уже прошел, так еще хотел вместе с вами открыть те 7 контейнеров, которые можно получить, проходя данный ивент. Дальше, понятное дело, контейнеры можно хоть до бесконечности собирать в пределах ивента. Но то, что лежит в цепочке, это 7 вот этих вот контейнеров Дюны. Что в контейнерах Дюны находится? У нас там находится голда от 100 голды до 5000 золота, фон профиля, камуфляж Харвестер на Мауса, который я очень сильно хочу себе получить. Анимированный аватар, камуфляж песчаный червь, коих я получил, если я правильно помню, то 2. Есть X3 опыта, которые меня вообще не интересуют, ну и бустеры, которые тоже мне, в принципе, ни к чему. То же самое касается, в принципе, и самого спайса. Да, спайс поможет там дальше открывать те же самые контейнеры, но это получается масло масляное, ходить по кругу. Хотелось бы, честно говоря, либо получить голды, либо в идеале получить камуфляж на Харвестера. Ну что, друзья, открываем 7 этих контейнеров, посмотрим, что выпадет. Из первого конта нам падает спайс и 100 голды. Ну окей, хорошо, пока вроде бы неплохое начало. Еще 200 и еще 100 голды. Ну хоть как-то, хоть голдишка какая-то, почему нет? 500 голды. Слушайте, ребят, неплохо, неплохо. Уже приближаемся к 1000 золота. Это я еще половину контейнеров не открыл. Так, по-моему, сгладил. 100 спайса и 100 золота. Осталось 3 контейнера. Блин, мне нужен камуфляж на Мауса. Очень нужен. ВГ, пожалуйста, я вас прошу. Ну дайте, дайте каму. Там, правда, 1% выпадения. Это практически нереально, но ну вдруг. Ну вдруг все-таки мне повезет. Было бы неплохо. Нет, не получается. Не получается забрать, но при этом всем у меня еще есть бустеры спайса в хранилище. Не помню, там 20 чем-то штук. И сейчас я немножко спайса получил. Мне хватает сейчас на то, чтобы забрать себе 2 контейнера. Сейчас заберу этих 2 конта и откроем с вами еще 2 контейнера. Мало ли, может, все-таки оттуда. Оттуда повезет. Вчера вообще просто чумовая была вечеринка у нас. Сидели, как я говорил, с 8 часов вечера и до 4 часов утра. Это был самый долгий стрим. Самым долгим в моей истории канала продлением. Это было очень круто. И что самое классное, что в 3:30 утра начали прилетать подарки мне в игре. И мы на прямой трансляции записывали это открытие. Чуть позже я смонтирую данное видео и обязательно выложу на канал. Посмотрите, как это происходило в прямом эфире. Так, забираем. Забираем еще с спайс, забираем еще голдишки. Ну, слушайте, неплохо получается. Получается очень даже неплохо. Заходим обратно в ивент. Смотрим, у меня есть 1100. Так, давайте сразу отсюда его открываем. Ну, давай. Давай мне каму на Мауса, пожалуйста. Блин. Не получилось. Знаете, никогда не думал, что я буду меньше радоваться сотне голды, нежели радоваться вот тому, что у меня там выпал бы все-таки камуфляж на Мауса. Но я надеюсь, что не все еще потеряно. У меня есть еще 12 дней. У меня есть еще бустеры на спайс. Если я правильно помню, да, вот больше 20 штук. 24 буста у меня еще есть на спайс. Поэтому есть чем заняться на прямой трансляции, на которую всех вас приглашаю. Там будем разыгрывать сегодня среди
зрителей, которые писали комментарии под видео. Ссылочку вы, кстати, на это видео найдете в описании. И, ребятки, вот здесь вот всплывающее окошко, как выглядит превьюшка. Заходите на то видео, если вы еще не заходили, и регистрируйтесь на розыгрыш вот этого вот граунд танка. Потому что на прямой трансляции сегодня среди зрителей, которые будут присутствовать на прямой трансляции, мы разыграем с вами хранилище Спайса, и кто-то из зрителей в прямом эфире станет победителем. А также на этой прямой трансляции мы проведем розыгрыш среди тех зрителей, которые писали комментарии под видосом, про который я говорил, и ссылочку, про которую, ну, на которое я положил в описании. Под этим видео вы можете зарегистрироваться на розыгрыш не Спайса, а просто получить себе вот эту вот великолепную тачку, которую можно забрать исключительно в пределах данного игрового события Дюна 2, и потом доступа к этим всем вещам, в том числе и к танку, никто никогда иметь не будет. То есть танк не будет лежать ни в каких контейнерах, и его никогда не будут выставлять на продажу. То есть только в пределах 13 дней есть возможность этот танк себе заполучить. Всем желаю успеха, всех жду на прямой трансляции вечерком. Нам есть чем заняться. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.